куча. Раз. Не пугайся. Это мой рюкзак. Так. Что это? Дай мне глаз тебе высветить. Сейчас я тебе буду кататься. Ладно. Нам понадобится. Это мне. Это мое. А вот твое. Давай. Вот. На всякий случай пущу. На всякий случай спальный мешок. Это тент, который еще ни разу не проверялся. Вот такого качества, по-моему, довольно-таки тонкий. Ну, посмотрим. Топор. Пила. Фляжка. Лопатка. Ошейник. Итак, друзья, помимо всего этого набора, что ты хочешь? Что ты хочешь? Не приставай ко мне. Помимо всего этого набора, еще будет еда, миски, тарелки, ложки. Да подожди ты. Тарелки, миски, ложки. Этим, так сказать, походом я хочу подготовиться к другому, более масштабному походу. Вот это будет связано с мистикой, но сегодня это именно подготовка. Прежде чем посадить тебя, дружище, в машину, мы с тобой причешемся и помоемся. Иди сюда. Ой, давай ошейник сниму. Сейчас, подожди, 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 подожди. Давай сейчас ошейник сниму. Оп, да. Поцелую камеру заодно. Да. Ай, Пушкин, давай, вставай. Я себя на спину почесать. Вставай. Кучу он. Чё ты? Все, я пошел. Иди сюда. О, все, молодец. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда. Все, сидеть. Сидеть. Спину будем расчесывать. Спину будем расчесывать, говорю. Сидеть, сидеть, сидеть. Хорошо, ты пловец. Нормально все? Хорошо? Нагулялся? Когда будем дальше чесаться? Аж глазки закрываются. Хорошо. Так, сначала грязненькой воды. Так.
мочалка, бля. Кайф, да? Прикольно, нравится? Хорошо? Ты рычит он на меня. Что? Что ты? Вон сколько шерсти вымыли. Давай, поцелуемся. Все в твоей шерсти. Все, давай смываться. Не нравится мне. Нельзя. Что ты мне? Место. Все, открываю. Нельзя, говорю, нельзя. Все, беги. Беги. Отряхивайся. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Все. Ой, блин. Все. Как почесать, конечно, почем. А любит. Вот, а как помыть, немного злится. Ну, дело в том, что собака не с рождения моя. Так сказать, мне она досталась уже в возрасте 3 лет. Если бы он был с рождения, я бы, конечно, мыл бы его постоянно. Вот, он был бы к этому привыкший. Но. Есть как есть. Вот, ну мы обязательно найдем общий язык. Да, Кучум? Куча? Да, Кучум? Что это? Ну, будешь вкусно? Вкусно, да? Ну ты вроде чистый. Теперь. Все. Давай. Попытка с мясом. Так, мы с Кучумчиком приехали, друзья. Кучум, ты как? Кучумыч, все хорошо? Дружище, ты рад? Покатался на машине? Ну что, сейчас будем вылезать. Кучумчик. Ой, Кучумыч, разворачивайся. Сейчас я тебя застегну. Подожди. Выходи. Куча, далеко не уходи от меня. Куча, Кучум. Пей давай. Больше не налью. А, Кучум, пей еще. Много ты воды выпил. Давай еще. Все, напился? Ладно. Пей побольше, нести будет меньше. Итак, друзья,
мы выдвинулись с Кучумом. Кучум впереди, я сзади, он ведет меня. Нам не туда, ведущий. Туда. Туда пойдем. Туда. Давай. Со мной. Не отставай. Рюкзак, конечно, тяжелый. Особенно, когда несешь все на двоих. Ну, я думаю, это того стоит, это очень прикольно. Должно получиться. Да, Куча? Куча? Да. Ну, в общем, ему нравится, все интересно. Новые места. Сегодня все довольно-таки символически. Я иду именно по той дороге, по которой шел в своем первом видео на своем канале. Я, конечно, не собираюсь идти сегодня в Галинин дом, дом Гали, но хочу посетить именно этот лес. О, дай руку, Кучу, дай лапу, тяни меня, тяни, дружище, давай, туда иди, Кучу, иди туда. Камера пишет: будь здоров. Итак, друзья, мы немного прошли по лесу, решили обосноваться на этой поляне. Ну как решили, я решил, но я думаю, Кучу меня поддержал. Здесь в принципе неплохо, много сухих дров, единственное, что комары, но у нас есть средства от комаров. Собственно, начинаем тут разбивать лагерь, ну и так далее.
Мы ночью попшикаем комаров и будем спать тут. Ты тут, а я тут. Все? Договорились? Куча. Ты что такой грустный? Все, Кучум, теперь мы живем здесь, в палатке. Представляешь? Ты, по-моему, согласен. Все, пора нам готовиться. Это спать уже. Все, Кучум спать ушел. У Кучума, короче, сегодня сильная эмоциональная нагрузка. Он и помылся, и покатался на машине, и, в общем, устал. Погулял много. Кучум отрубился спать. А я пошел готовить нам ужин. Нельзя. Ай.
Так, мясо вроде готово. Но если даже не готово, как говорят, горячий сыром не бывает. Но на вид, по-моему, оно прекрасно, даже немножко пережарилось. Тебе пока нельзя, не лезь, нельзя, горячий, с тобой обязательно поделюсь. Пойдем, пойдем со мной. В общем, давай-ка для начала чапи поедим. Угу. Давай, да. Потом уже шашлык. Блин. Что он пошел? Все, остыл. Сейчас мышь, подожди. Опа. Ай, ай, блин. Куча, подожди ты. Знаете, друзья мои, без соли, без каких-либо специй получилось, по-моему, волшебно. Ну, невозможно. Давай напополам. Что? Напополам. Легко. Хорошо. Еще? Почему тебя с тобой в поход брать нельзя? Ты весь шашлык съел. Я весь хлеб ешь. Ты обо мне думаешь вообще? Я твои сухари есть не буду. Еще? А, быстрее съедать, пока он все не съел. На. Да, не хочешь?
Ай, ай, горим. Ай, все. Иди. Иди спи, дружище. Все, давай, иди спи. Я еще чайку попью и все. И приду тоже. Итак, друзья, время уже почти 10 часов вечера. Собственно, пора ложиться спать. Остается тлеть костерчик. Ну, я думаю, ничего с этим не случится. Будет отгонять комаров по лишних. Как тут, Кучумыч? Нормально все? Да не вылезай, ты сиди. Я тоже захожу. Кучум, ты где? Какой у меня пес? Ну раз ты зашел, тогда я не буду заходить. Куча. Заходи, не бойся. Все, прикладывайся. Надеюсь, ты кучу ночью никуда не пойдешь. Собственно, я решил спать в одежде. Если вдруг, конечно, мне станет холодно, у меня есть спальник, но пока что он будет использоваться как подушка. Кучум, ты там можешь выйти, да? Я понял. Открыл нам дырку. Так, камеру не хочу брать. Тут тоже закрыто все, как и там. В принципе, для... Немного расскажу, для тента. Тент. Для тента. Для тента, да. Очень классно. Занимает очень мало места. Примерно вот столечко. А по объему помещаются спокойно два человека и вещи. Если его правильно расположить, то вообще будет шикарно. Кучка, да? 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 Че, будем спать? До утра? Да? Камера не светит? Я думаю, оставить камеру и насколько ее хватит, настолько хватит. Да, Кучум? Все. We'll be right back.
Привет, друзья, доброе утро. Время 6:42. Поспали ужасно. Но поспали, вроде выспались. Сейчас быстро просыпаемся, ставим чайник. Я пью кофе. Так же само кормлю это чудо, которое ходило туда-сюда всю ночь и открывало нам все. Все открывало, да? Да. Вот. Собственно, куда ты там? Что-то там. Кормлю это чудо тоже. И мы отправляемся обратно домой. Нормально? Все хорошо? Чего ты заскрипел? В принципе, очень круто, очень классно. Но с Кучумом спать в одной палатке — это ужасно. Он постоянно гуляет, ходит туда-сюда, будет, запускает целую толпу комаров. Вот. Это, конечно, не понравилось. С этим надо будет что-то подумать. А сейчас мы отправляемся дальше к машине и едем домой. Да, Кучум? Куча? Кученька? Все, пойдем сейчас. Устал? Все, погнали. Рюкзак стал, конечно, гораздо легче.
Ну что, Кучмин, давай сделаем это и дойдем до дома. Кучмин, знаешь, куда идти? Если ты думаешь, что я знаю, куда идти, то я не знаю. Иди домой. Сейчас может быть только одна проблема. Она заключается в том, чтобы посадить Кучмина в машину.